11 лет лишения свободы за убийство. В Чувашии вынесен приговор жителю Шумерли, который до смерти избил отца своей сожительницы. И вот в этот момент я ему начал намахиваться. Я вот так вот ему ударил. Вот так вот. По версии следствия, в новогоднюю ночь 47-летний злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в квартиру к отцу своей сожительницы, с которой он находился в ссоре. Не найдя женщину там, устроил скандал и набросился на мужчину с кулаками. Затем в ходе потасовки схватил нож и нанес потерпевшему несколько ударов. От полученных телесных повреждений тот скончался на месте происшествия. Причастность осужденного к совершенному деянию доказана совокупностью собранных по уголовному делу доказательств, в том числе его собственными признательными показаниями, показаниями свидетелей, заключениями проведенных медицинских, медико-криминалистических, генетических и других судебных экспертиз. Приговором суда ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.